Здравствуйте, друзья! Итак, в этом ролике я помогу вам установить Windows 10. А прежде всего хочу сказать предысторию. Естественно, я зарезервировал установку Windows 10 через вот эту вот кнопочку «Получить Windows 10». Я зарезервировал, все как положено. Меня поблагодарили за резервацию и сказали, что когда скачается, установится. Но после того, как скачалось, почитав форумы, я понял, что скачалось потому, что, допустим, зашел на диск C, выбрал вид и скрытые элементы показать, поставил галочку. И здесь вверху самая папка, которая называется там Windows, другие. Значит, я нажал на свойства и увидел, что там 6,4 гигабайта установлено, ну, закачано, то есть все готово. Но почему-то Windows не устанавливался. Так прошло несколько часов, после чего я зашел в ту папку, нажал, и там был сетап, я на него нажал, и началась установка, после чего мне предложили установить Windows 10, я нажал ОК, и тут выскочила ошибка, что не хватает какого-то файла boot.vs. Соответственно, я испробовал всякое разное, прочитал все формулы, ничего не помогло, после чего я подумал, что через... Значит, очистку диска ввел, что через, если я заново скачаю, значит, эти файл, ну, вначале, чтобы скачать, естественно, надо удалить. Я зашел в очистку диска, выбрал там системные файлы, удалил, значит, загруз там было файлы для установки Windows. Вот, очистить системные файлы. Зашел на диск C, значит, удалил вот эти 6,4 гигабайта, и все. После этого у меня вот мое сообщение вот это так и осталось. Загрузка не началась заново. И я стал искать другие варианты, как установить Windows 10, собственно. Итак, прежде всего, вот эту вот ссылочку я оставлю. Вот загрузка программного обеспечения. Вот есть специально... Для загрузки Windows 10 программка небольшая, Media Creation Tool. Значит, нажать необходим будет инструмент сейчас. Вот, соответственно, для этого необходимо будет знать, я думаю, что ваш кейген, ну, не кейген, прошу прощения, а ключ. Вот этот вот ключ продукта. Ключ продукта, как я понимаю, Windows, ну, у меня в данном случае лицензионный Windows, я думаю, вы знаете, как найти ключ. Просто заходите в пуск, нажимаете этот компьютер, свойства, ну и так далее, и, значит, у вас, ну, не код активации, ну, там будет, ну, ключ, короче, у вас где-то должен ключ, если у вас лицензионный Windows, если коротко. Соответственно, ну вот сейчас скачал вот эту программу, нажал скачать инструмент, и сейчас будем давайте устанавливать. Так, запустил эту данную программку. И сейчас давайте посмотрим, что она нам предложит. Пока это свернем. Так, это тоже. Вот, хотите что сделать? Значит, создать установочный носитель для другого компьютера. Нет. Хорошо, что меня освободили от всяких неприятностей. Обновить этот компьютер сейчас, естественно. Ну и далее попробую. Сейчас, я как понимаю, начнется загрузка, прежде всего, с официального сайта Windows. Ой, прошу прощения, с официального сайта Microsoft. И я надеюсь, что сейчас уж проблем не будет, потому что сама загрузка это с официального, она точно загружается, и мне не надо ждать всяких, прошу прощения, дурацких вот таких Windows 10, получить обновление, уведомить, когда готово. Вот, они меня не уведомляют, и причем и не загружается. Ну, сейчас уже, о, вот сейчас, как только я нажал, вот, и вот появилась вот эта папка, о которой я говорил. Сейчас нажмем свойства, и как видно, она уже, ух ты, уже 2,6 гигабайт, так быстро скачалась, 2,6, вот это да. Так, здесь пустая папочка, вот уже 11, давайте посмотрим свойства, так, все еще 2,6 гигабайта, 12, 13, ну-ка. Сейчас уже должна
Нет, все же 2,6. Ну, видно, вначале резервируется место, да, занимается, а потом уже происходит закачка. Как бы это ни звучало странно, но это так бывает. Так. Ну, еще 2,6. Ну ладно, поставлю на паузу пока и вернусь к вам, когда загрузится полностью. Итак, друзья, после всех установок наши папки потолстели. Вот первая папочка весит теперь, ну, почти 3 гигабайта, и вторая папочка весит, ну, 6, ну, можно сказать, 5,5 гигабайт. Итак, ну, можно сказать, 3,5 плюс 5,5, так округляя, да, это у нас получается 7 с лишним гигабайт, потому что там 2,8. И скачались они очень-очень быстро. То есть, вот, допустим, у меня было свободное 21 гигабайт, а теперь 12. И загрузка произошла очень-очень быстро с помощью данной программы. Итак, теперь мне предлагается условие лицензионного соглашения. Я, естественно, принимаю. И я надеюсь, естественно, что меня предупредят о том, что Windows сейчас перезагрузится, и я остановлю запись, потому что, как вы понимаете, если я я сомневаюсь, что вот эта запись, то, что я сейчас записываю с рабочего экрана, что она сохранится после установки, после перезагрузки, да, и установки Windows 10 полной. Пока поставлю на паузу. Итак, друзья, следующая проверка к установке была самой длинной. Но все же в результате получилось вот такое сообщение. Программа установки Windows 10 готова к установке. Во время установки Windows вы не сможете пользоваться компьютером. Сохраняйте и закрывайте файлы перед ее началом. Итак, что вы выбрали? Установить Windows 10, естественно, Pro, и сохранить личные файлы и приложения. Ну вот, собственно, и все. Так, давайте попробуем изменить, сохранить личные файлы и приложения, сохранить только мои личные. Так, все нормально, все правильно. Ну что ж, друзья, теперь у нас все готово к установке. Далее нас предупреждают, естественно, что во время установки Windows вы не сможете пользоваться компьютером, потому что все будет перезагружаться, ну и так далее. Ну и, собственно, установка Windows здесь, сохранить все личные файлы и приложения. Все. Теперь я нажму «Установить». Естественно, компьютер перезагрузится, и я буду уже снимать с видеокамеры. Ну что ж, друзья, произошла очередная перезагрузка. И, соответственно, установка драйверов завершена. И осталась только настройка параметров. Примерно 25% выделено на это. Ну что ж, подождем. И, естественно, я вернусь на следующем этапе. Ну что ж, друзья, третий шаг был быстрее всего. Кстати, скажу, что я перед всей этой установкой зашел под своим логином и паролем, где у меня есть реальное имя и фамилия. Соответственно, то есть я зашел под учетные записи Microsoft. Ну, если у вас не будет учетной записи, ничего страшного, может быть локальная учетная запись, ну и так далее. Соответственно, что мы тут выбираем? Естественно, выбираем далее, тут нечего изменять. Русский язык, все по-русски, далее. Так, ну тут я обычно выбираю использовать стандартные параметры. В общем-то, установка очень напоминает Windows, установку Windows 8.1. Ну, далее нам сообщают, что появились новые приложения, Windows Edge, фильмы и ТВ, музыка, ну и так далее, фотографии. Ну, замечательно. Ну и, собственно, что нас ждет? Неужели Windows неправильное имя пользователя и пароль? Попробуйте еще раз. Ну, да, то есть у меня здесь две учетные записи. Я все-таки выберу свою реальную учетную запись и, естественно, сейчас введу пароль. И я думаю, что Windows, после этого сразу же зайдем в Windows 10. Итак, нажимаю «Далее». Ну, как видите, обычная установка. Сейчас будет
разноцветные экраны, я думаю, мы выполняем настройки, при этом обычно, о, вот они пошли, эти разноцветные экраны, это не займет много времени, но обычно это занимает максимум времени, настройка ваших приложений, ну и так далее. Ну и напомню только разницу в том, что если в установке Windows 8 и 8.1 этот экран был разноцветным и он менял цвета, то в установке Windows 10 это один синий цвет, ну или голубой, который просто становится либо ярче, либо наоборот тухнет. Ну вот, собственно, и все. И, естественно, вернусь уже, когда настройка моих приложений закончится, и посмотрим, все ли у нас нормально установилось. Итак, друзья, вот наш установленный Windows 10. Единственное, самое первое, что бросается в глаза, это то, что разрешение нашего экрана не соответствует нашему, ну, стандартному, что ли, разрешению 1920 на 1080. Так, ну пускай Diamond Tools там обновляется. Звуковая карта, как слышу, работает. И сейчас посмотрю. Так, разрешение стало вообще. Download. Download, ну пускай download. Так, разрешение вообще стало каким-то. Так, параметры экрана каким-то. Так, смотрим. В системе экран. Уведомления, приложения. Кстати, друзья, возможно, это связано с тем, что я сознаюсь, я где-то читал, что драйвера для GTX 760 не совсем подходят, то есть нет нормальных драйверов. И, возможно, данное вот разрешение, оно связано именно с тем, что вот самые такие плохие, значит, сбылись, так сказать. Так, сейчас посмотрим. Дополнительные параметры экрана заходим и видим, что разрешение 1920 на 1080. Действительно, 1920 на 1080. Так, ну давайте опять вернем хотя бы 1024. Ну-ка попробуем сейчас. Ох, хоть так стало получше. И 1024 на 768. Так, ну что? Что мы будем делать? Попробуем установить официальные драйвера. Официальные драйвера с сайта NVIDIA, ну и так далее. Попробуем, только после этого сделаем какие-то выводы. Ну а пока все работает, интернет работает, как видите, вот в Skype мне пришло сообщение. И, естественно, сейчас попробую скачать драйвера. Так, свойства графического адаптера сейчас зайдем. А, не заходится. Вот, ну ладно, главное, что Windows 10... А нет, все-таки зашел, вот он. И как видите, не определяется наша видеокарта. Все-таки предсказания сбылись, или, как сказать, предупреждения, которые нам делали, они оправдались. Вот. Ну, сейчас попробую скачать драйвера NVIDIA с официального сайта. Ну что ж, друзья, я на официальном сайте NVIDIA, как видите, выбрал 700-ю серию. Ну, естественно, пока не выбрал, вот моя видеокарта GTX 760. И можно скачать для операционной системы Windows 10 драйвера. Вот, собственно, сейчас так. Ну, можно, кстати, автоматически. Так, нажмем поиск. Ну и давайте сейчас загрузим. Вот, как видите, данные драйвера вышли сегодня. Так что, друзья, принять и скачать, так сказать, сейчас сделаем. И я думаю, что все будет отлично. Но, как видите, не удалось установить программное обеспечение.
вышла вот такая вот ошибка, соответственно, не установлен, но я не знаю почему, вот вышла ошибка, это или более новая версия уже установлена. Но, однако, что, в общем-то, не помогает, несмотря на то, что это и более новая версия установлена, несмотря на это, все равно разрешение остается плохим. Ну, попробуем что-нибудь еще. Итак, друзья, я снимаю этот ролик на следующий день после установки. Как видите, стало нормальное разрешение. Теперь это 1920 на 1080. То есть, либо в NVIDIA, либо в Microsoft поправили эту ошибку. Сейчас я даже покажу вам специально параметры экрана и дополнительные параметры. И здесь видите разрешение 1920 на 1080. Плюс и видно, что именно такое разрешение. Из минусов это то, что GeForce Experience не удалось установить. Это из минусов. Ну, что ж, вот такие факты, но, по крайней мере, теперь можно сказать, что все-таки Windows 10 все-таки установился, хоть и вначале вы видели, что какое было разрешение ужасно, но все же все установил.